Привет-привет, друзья! Вы на канале Белый Ёжик, с вами я, Дмитрий. Продолжаем давить врагов и выдавливать из них капусту в игрушке Бравио. Ну что ж, ладья наша готова, главный герой наш варвар готов. Все по классике, щит, меч. И что, приступим? Нет, не приступим, потому что мы не передвинулись. А повторять зачем? Здесь уже все очищено, все на три звездочки. Двигаемся дальше, в неизведанное. Все таланты распределены, сундуки полны. Ну, в бой. Защита, регенерация, все. Игрушка нас постоянно напоминает нам. За что и отдельное спасибо. Вдруг мы чего-то забыли. Ага. Ну, уровень не должен быть сложным. Хотя, кто его знает. Надо быть готовым к любым сюрпризам. Продолжаем рубить этот пень. Подпускаем поближе этих троглодитуш. Собираем их в кучку. Кучнее, ребятки. Еще кучней. И вот просто молнией. Удивляем этих ребят. Волки пошли. Волчары. Это очень плохо. Ну а что делать? Так, осторожней. Давай-ка немножко ослабим их. Ослабим. Что-то мы так медленно их рубим. Что-то как-то не очень. Не очень с большим желанием, чтобы так бы я сказал. Продолжаем. 1360 у нас монеток. 1360 монеток. А у нас сколько нужно? 1300. Покупаем. Никто нас не остановит от этой покупки. Собирайтесь, троглодитушки. О, что-то их много собралось прям. Так. Отступай, волк. Ну-ну-ну-ну-ну, так. Ну, пока что все под контролем. Правда, не очень большим, но все-таки под чьим-то контролем. О, вот, руна, замечательно. Сколько хватает нам на этот щит? Собирайтесь, троглодитушки, кучней, ребятки, кучней. Вот прям можно с волком. Меч. Нет, я не могу себе позволить. Меч. У нас проблемы с наличностью. Руна, увеличим силу. Так, ну все. Второй пенек повержен. Продолжаем смешить волков. У нас есть новый меч. Что за меч? Он дорогостоящая, однако, штука, но урон у нее просто огроменный по сравнению с тем, что у нас есть. 6% шанса восполнить здоровье при ударе. Слушай, а замечательный меч. Но для меня он слишком дорог. Я беден. Четыреста кочанов капусты. Найдены карты. Щит Кракена. Ну что, все так же, да? Играем. Добираемся до пенька. И продолжаем его. Начинаем его терзать. Ну, что-то как-то волк неуверенно прям подкрадывается. Что с ним случилось? Что случилось с волком? Почему он так не уверен? Почему он так неуверенно себя ведет? Эх, ну вот чуть-чуть бы. Вот сейчас. Так, меняем оружие. А то с тем мы не прославимся. Лукарей убрать. Щит взять. И поэкономней, пожалуйста.
Готов пенечек. Давайте, ребятушки, троглодитушки. Троглодитушки, дорогие. Мне нужен новый клинок. Ой, чувствую, я так прям... Деньги трачу направо и налево. Как бы это мне не аукнулось. Так, маночки немножко. Немножко маночки совсем. Так, а в чем забываем? Забываем. Зачем стесняться? Надо эти все навыки, навыки проучить. Вот это... Это медуза. Я еще с такой не встречался. Слушай, ну так вроде бы выглядит не сильно опасно. Но урончик такой довольно-таки не слабый. Можно даже иногда увернуться от нее. Черт, она лопается. Лопается и наносит мне урон тем самым. Меч. Меч мой износился. Комарики. Здоровье. Так, надо не тратить понапрасну здоровье. Троглодитушка, троглодитушка, я чуть-чуть вот повосстанавливаю себе здоровье. И медузка прилетела. Прилетела медузка. Так, попробуем. Попробуем, как с ней вести себя. Бамс. Лопает, лопает, лопается. Лопнула и своего же скелетона забрала с собой. В свое темное царство. Ну и что тут, нарублено капусты 366. Порядочная, порядочная. Награда, новая способность. Награда, новая способность еще. Я чувствую сильный источник магии там внизу. Доступное улучшение, доступно улучшение. Назад вернись. Источник магии. Слышал, тебе Макс сказал? Источник магии. Если доступно улучшение, то нужно обязательно провести... Не обязательно, конечно, но лучше же провести. Где еще? Что еще? Вот этот вот магический щит. Слушай, а мы стали заметно талантливы. Давай что-нибудь улучшать. Что ж мы будем-то? Вот оружейник можно улучшить. Оружие тем самым будет меньше стираться. Это же польза, это же деньги, это же все деньги. Инвентарь. Так, ну вроде бы все. Если что-то забыл, напомните. Открыть ворота. Варвар-варвар. Этот пенек не хороший пенек. С черепком. Он будет ослаблять меня. Всячески ослаблять. Ну и я в свою очередь буду ослаблять его своим мечом. Два шамана прутся ко мне. Медленно, но прутся. Что делается, что делается? Давай, остановись. Нет. Подходи сюда. Черт побери. Слушай, это будет достаточно... Достаточно напряженно, прям я так скажу. Ну. Хоть медузку забрать. Подходите. Лопни. Во-хо-хо. Замечательно она лопнула. Щит тоже улучшаем. Это шаманы. Практически одни шаманы. Назад. Ослабляй. Давай, медузка, иди-ка сюда поближе. Отлично. И лопни вот так, чтобы разнести этих всех шаманов. Нет, только одному досталось.
1400. Слушай, да сколько ж их много, а? Это тяжелый, я прям скажу, уровень. Треплют меня. Так, подходи. Нужно медузку подпустить поближе. Так, что-нибудь улучшаем с тобой. Сила. Да прибудет с нами сила. Ай-яй-яй-яй-яй. Лопни. Вот так, отлично. А мне нужен этот щит. Ой-ой-ой-ой-ой. Всего лишь одна звезда. Но ничего страшного. Главное, что мы живы. Новый талант. Задание завершено. Новое оружие. Прекрасно, просто прекрасно. Теперь вся эта магия принадлежит только тебе. Ага. Просто у нас молнии из глаз вылетают из усов. Мы просто громим всех подряд. Доступно улучшение. Если доступны, то обязательно мы их улучшим. Что там еще было? Нет, подожди, что я нажал? Зачем? На карту выйти. Тренировка. Вот, щит улучшить. Инвентарь, талант. Регенерация маны. Это новый талант. Смотри-ка. Так, ладненько, пока оставим. И двинемся дальше. Двинемся дальше навстречу приключениям. Все остается так же? Может, просто так разомнемся двуручником, а? Ну, давай разомнемся. А то мы и забудем, как пользоваться двуручником-то с тобой. Давай, крошим этот пенек. Крошим пенек. Подпускаем волков поближе. Бамс. Не кричи, не вой. Вот шаман идет, шаман. Ну здесь он хотя бы один. Такс. Уже не один. Отходим. Блин, не успел, засмотрелся. Так, с пенечком покончено. Отходим. Что-то какие-то мы неловкие с тобой сегодня, а? Трави всех. Жизнь наша. Драгоценная наша жизнь просто улетает. 1600 монет. Ждем. Немножко ждем. Так, давайте. Медузы. Дайте какой-нибудь мне, не знаю, амулетик восполнить жизнь. Бамс. Так, что-нибудь надо улучшить определенно. Отходим. Волк. Досталось волку замечательно. Три звезды, наверное, нам не светит. Да как бы еще живым остаться. Было бы неплохо. Так, улучшаем.
бьем. Отравить. Немедленно отравить. Немедленно отойти. Готов. Ну, шаманушка. Ослабить. Все сделать, чтобы убрать его. Две звездульки, две звездульки. Не дотянули мы до пенька. Ничего улучшить не можем. Ну, не можем, не можем. 92. Пускай будет регенерация маны, почему нет? Знаешь что, давай-ка я возьму снова щит и меч. Волчары, волчары, волчары побежали. Ну давай следующий. Ослабляем. Да ну не вой. Ну не вой. И без тебя так тошно. Новое оружие. А, ослабляет. Ох, и крепкий пенек. Ох, и крепкий пенечек. Тысяча триста, а это значит, что мы можем взять меч себе получше. Уже враги, враги такие не шуточные, прям. Хотя я думаю, что до второго пенечка я доберусь. Доберусь, 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 доберусь. Что бы вы ни делали, я вас все равно отравлю. На всякий случай. Начинает, начинает плеваться. Руна восполнения маны, это замечательно. Это еще зельями не пользуюсь. Не пользуюсь, просто не знаю почему. Не хочется мне пить чего-то. Жажда меня не мучает. Зелье восстановления, зелье скорости. Все, пенечку крышка. Прискакал, прискакал косарь. А у меня оружие тю-тю. А у меня оружие тю-тю. И это очень плохо. Хм. Ману восстановить, врагов ослабить. И продолжаем рубасить. Продолжаем рубасить, не останавливаемся ни на секунду. Щит, мне нужен щит. Ослабить. Здоровье, замечательно. Вовремя, вовремя здоровье. Ослабить. Отвылся, отвылся. Вот. Так, что я там могу? Что-то могу, что-то могу. Бамс. Слушай, ну ты последний или нет? Вас там много еще? Имейте совесть. Имейте совесть, товарищи. Три звездулечки. Осколок кристалла, золотой щит, двуручный меч. Слушай, это прям замечательно. Это прям замечательно. Ну вот, именно замечательно осколок кристалла, потому что я чаще всего им пользуюсь. Такс. Здесь закончили, здесь закончили. Доступ. Достижение получено. Инженер. Я стал инженером. Смотри-ка. Ты видишь, что эта дорога ведет в какую-то пещеру.
пещеру просто... Врата закрыты, но мы откроем, мы откроем. Здесь какой-то монстричок такой, наверное, нехиленький будет. Сундук, сундук мудреца. 6 случайных свитков. Откроем. 6 случайных свитков. Где наши свитки случайные? Увеличение урона двуручным оружием. Увеличивает урон холодом. Одноручным. Увеличивает урон огнем. Я думаю, что это мы с тобой переберем, когда доберемся до какого-нибудь врага серьезного. И тогда уже выберем. Регенерация маны, да? Давай. Все. 100 кубков у нас есть. И в следующий раз мы уже займемся силушкой, займемся выносливостью обязательно. А сейчас продолжаем рубить капусту. Волчары. На. Ну давайте еще один. Это вот, кстати, когда вас двое, мне намного интересней. А вот ты третий уже лишний здесь. Так, что-нибудь мы с тобой сейчас улучшим. Слушай, дело принимает серьезный оборот. Не надо этого с косой уложить. Щит. Затягивается все это дело. Ослабить? Нет. Давай тогда отойдем. Иди сюда, скачи ко мне. Да сколько вас, а? Сколько вас? Когда-нибудь закончится это все? Ослабление? Еще один на подходе. Так. 1300 купить. Бамс. А то мы так не преодолеем. Давай, пенечек. Пенечек, разваливайся. У меня нет времени, у меня нет столько времени. Мне надо дальше двигать. Меня вот троглодитушки ждут. Так, ладненько. С этим закончили. Щит, я думаю, что давай заменим. Давай, подходите сюда, ребятки. Подходите, троглодитушки дорогие. Подходите. 2300. Терпим. Деньги не тратим. Что-нибудь улучшаем. Вот у меня и закончился мой клиночек. Мой дорогой клиночек. Широкий меч. Эх, не успел. Ну, две звезды, это тоже хорошо. Ну что, в путь? Или отступить? Нет, конечно же в путь. Но я думаю, что в путь я пойду чуть-чуть позже. А сейчас скажу вам спасибо, что смотрели меня. Пока-пока и до новых встреч. Пока.